Ребят, вы не находили здесь телефон? Нет. Где-то телефон хожу, ищу. Телефон, короче, где-то выронил, карманы порвались. Вот. Я потерял и сейчас не знаю, как домой идти. Я здесь вот сидел. Не было, да? Меня бабушка не пускает домой, сказала, без телефона не возвращайся. И... Вот. Недавно купили, потому что вот. Поэтому... Меня бабушка не пустит без него домой. Я просто бабушка сейчас, она потеряла меня и сегодня жвачку купила, я сегодня опоздал. Можете, может, набрать? Да. Может, кто-нибудь ответит? Наберите. 922. 623. 80. 80. Да. Блин, да как так-то, ё-моё? Может, в других стенах оставил. Чё? Идут? А? А на чё, а на гудке чё стояло? Да такой дзинь-дзинь-дзинь. Да, дзинь. Я слышу, где он, понятно. Не у вас случай? Ну-ка еще раз. Еще раз. Он не у вас случай лежит? Блин, да нету вроде. В кармане? Вибрирует. У вас это... Нет, ну-ка. Нету? Да. Не понял. Я только что сказал. Нету. Да блин. Да блин! Ну ладно, понимаю. Бля, а нет, это пульт. Это пульт. А пульт-то я нашел. Значит, и телефон должен быть. Да блин, да где он? Нету, нету. Блин! Спасибо! Спасибо! Пульт-то вот! Мне бабушка сказала, без пульта домой не приходите, без телефона. А еще и пульт нашел, смотри. А я думаю, бабушка мне на это сказала, типа, я украл пульт. Не, на бабушке тогда позвонить, что я пульт-то нашел. Ага. Подождите. Пульт? Че, звонишь? В другом. Кто-то звонит? Я звоню. Банки постоянно сейчас звонят. Или бабушка звонила? Че звонят и трубку спрашивают? Вот, вы мне сейчас, это мой номер. Вот, я вам сейчас позвонил, вы мне... Занято. Это вы мне перезвонили. Бабуль, я нашел пульт, он у меня в штанах лежал. Я сейчас тогда домой приду.
Алло? 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 Опять кто-то скинул. Спасибо. Выручили вообще очень. Сейчас хоть надо найти. А? Главное, что нашли. Кого? Телефон. Я пульт искал-то, не телефон. Телефон-то я знал, что у меня в кармане лежит. Так вы же сами сказали, типа, мы сами подошли, сказали, вы телефон не можете. Ну мы вас просто на камеру снимали, поэтому. Звонит? Да. Может, в штанах? Я знаю, я смотрела пранки. Это вы? Вы снимаете пранки? Бля, узнали? Я смотрела. Я не поняла, блин. Я подписана на вас. А, в Инстаграме? А, ну ладненько. Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо, ребят, реально выручили. Реакцию на пранк дали топовую. Все, ребят, давайте, спасибо. Скажите, пожалуйста, чтобы на канал подписывались ко мне. Ну, так скажи, подписывайтесь на канал. На Чернов. Туда вон, скажи просто.